Я всех приветствую, Олег Димитров на связи, и это транс по проработке отношений для того, чтобы вы могли двигаться спокойно, свободно, и во многих случаях он будет вам полезен. Вы можете его использовать, когда не можете найти отношений, или в тех случаях, когда отношения заходят каждый раз не туда. В том числе, если отношения разрываются по каким-либо причинам. И, возможно, как раз эти причины лежат в том, что плохое отношение к своей маме. А мама, она отвечает за то, как мы воспринимаем коммуникацию, то, как мы коммуницируем, и женскую составляющую. Если вы не слушали предыдущий подкаст про родителей, то рекомендую сначала его прослушать, ссылка будет в описании, а уже после этого переходить к этому подкасту с пониманием то, что родителей нужно любить, ценить, уважать и быть им благодарными. И тогда все ваши сферы будут играть уже совсем по-другому. Поэтому сейчас, если не слушали, ставьте на паузу и приходите туда. Итак, в этом трансе основное внимание будет уделено тому, что мы почувствовали благодарность своей маме и ощущение удовольствия, когда мы вспоминаем о нашей маме. Если у вас есть какие-то обиды на свою маму, то этот транс не по проработке обиды, это транс по созданию позитивного отношения к своей маме. Если у вас есть какие-то обиды, то воспользуйтесь техниками, которые я описал в подкасте про родителей. Либо вы можете использовать этот подкаст для того, чтобы перекрыть ваши отрицательные эмоции положительными. Но для того, чтобы это стало возможным, вам нужно на логическом уровне понимать, что держать обиду, злость, раздражение или какие-то другие негативные чувства на своих родителей – это очень вредно для вас самих. И мы начинаем. Сейчас устройтесь удобно. Лучше всего лечь так, чтобы тело было полностью расслаблено. И сейчас глаза закрывайте и полностью переключитесь на дыхание. Дышите мягко, глубоко и полно. Приятный мягкий вдох и такой же приятный мягкий выдох. Дышите мягко, глубоко, полно, отпуская все мысли, все задачи, все переживания, все, что вас держало, все, что напрягало, просто переключитесь на дыхание. Заметьте, как вы дышите, как приятный, прохладный воздух входит в ваше тело и также легко выходит. И насколько это приятно, легко. И сейчас представьте, как будто вы опускаетесь в теплую приятную воду, или, может быть, лежите на песке, и вы как бы в нем растворяетесь, погружаясь вниз, глубже. Это приятное состояние, комфортное. Вы как будто опускаетесь, чувствуете, как ваше тело утягивает вниз, вниз, вниз. Начиная где-то с позвоночника, вы чувствуете, как он расслабляется все сильнее и сильнее. Как будто центр этого расслабления начинает растекаться по вашему телу. И вы погружаетесь еще глубже и дальше. И вас утягивает все ниже и ниже. И с каждой секундой ваше тело становится еще более расслабленным, погружаясь вниз, внутрь, вглубь. Сейчас обратите внимание на ваше лицо и расслабляйте лицо максимально полно, полностью отпуская все, что держало, все, что напрягало. Все мышцы на лице как будто начинают стекать, расслабляясь все сильнее и сильнее.
Обратите внимание на шею и расслабляйте шею также максимально полно, погружаясь вниз, внутрь, вглубь. И сейчас также обратите внимание на плечи и расслабляйте плечи максимально полно. Также их отпуская, расслабляя, и это утягивает еще дальше, вниз, внутрь, вглубь. Обратите внимание на грудную клетку и также отпускаете ее, расслабляете. И также вытягивает вас вниз, внутрь, вглубь. Приятное, комфортное состояние, которое с каждой секундой усиливается, утягивая вас еще дальше и еще глубже. Обратите внимание на живот и также расслабляйте живот максимально полно. Обратите внимание на спину и расслабляйте спину полностью, полностью, полностью. Полностью расслабляйте спину. Обратите внимание на ноги и расслабляйте ноги также максимально полно, отпуская их, расслабляя. И это вас утягивает еще дальше, вниз, внутрь, вглубь. И чувствуя, как вы опускаетесь все ниже и ниже, представьте, что вы находитесь как будто в коконе, как будто плаваете в коконе. И здесь хорошо, комфортно и тепло. Если вы посмотрите на свои ручки, вы заметите, что они маленькие. У вас маленькие ручки, у вас маленькие ножки. Вы сами очень маленькие. И этот кокон находится у мамы в животике. И вы сейчас плаваете у мамы в животике, где вам хорошо, комфортно и тепло. И вы чувствуете, как вас мама любит. Вы чувствуете здесь абсолютную безопасность, комфорт и тепло. Вам хорошо, комфортно, безопасно и тепло. Вы плаваете у мамы в животике, которая вас любит. Почувствуйте это теплое, приятное чувство, которое мама испытывает к вам. Позвольте этому приятному, теплому ощущению разлиться по телу и почувствовать, как вас мама любит и как вы любите маму. И эта любовь, она взаимна. Вам внутри мамы хорошо и комфортно. Чувствуете, как вас переполняет взаимная симпатия. Вы хотите поскорее обнять маму, увидеть ее. А мама хочет поскорее увидеть вас. Потому что вы – это часть ее. Плавая у мамы в животике, вы смотрите сейчас своими глазами. Вы маленький. И почувствуйте, как мама дышит. Ее живот то вздымается, то опускается. Вам от этого хорошо и приятно. И испытываете приятные чувства от того, что мама о вас заботится. Она носит вас в себе. Она питается. Она вас любит. Она гладит вас через животик. Скажите маме самые теплые, самые приятные слова, которые вы ей хотели сказать, но так и не сказали. Сейчас можете вслух или про себя сказать все теплые, важные слова, которые вы хотели сказать своей маме. Маме, которая вас любит и которую вы любите, потому что вы одно целое. Говорите самые теплые,
самые приятные, самые искренние слова, потому что мама вас любит, и она о вас заботится, она вас носит в своем животике, и она вас создала. Для вас мама самый приятный, самый важный человек на этой земле. Вы можете перед ней извиниться за какие-то ситуации. Вы можете захотеть ее обнять. И тогда просто представьте, как вы ее обнимаете. И делая все это, вы чувствуете, как вам становится все лучше, все легче, все спокойнее, все приятнее. И на душе наступает баланс, принятие и удовольствие. Потому что это правильно. Потому что это полезно. Мама вас любит, и вы любите маму. У вас самая замечательная мама на этой планете, потому что вас она родила. Вы можете прикоснуться к маме изнутри животика, погладить ее и почувствовать от этого удовольствие, от того, что вы доставляете маме комфорт. Почувствуйте с мамой единение, почувствуйте благодарность за то, что она вас носит, за то, что она вас будет рожать, потому что вы ее творение. Мама отдает вам часть своей энергии, часть своего здоровья, свое внимание. В ближайшие 18 лет она проведет вместе с вами, вкладывая в вас силы, энергии, заботясь о вас, решая ваши проблемы и задачи. Потому что мама вас любит. И сейчас сделайте приятный глубокий вдох. И на выдохе переместитесь в ситуацию, где мама вас уже родила и прижимает вас к себе. Просто представьте эту ситуацию, где вы и мама лежите уже вместе. Вы только что родились. Мама вас обнимает. И вам хорошо, комфортно. И вы чувствуете мамино тепло, и это тепло разливается по телу, и вы готовы в этом моменте пробыть вечно. Позвольте этой приятной теплой энергии распространиться по всему телу. Почувствуйте любовь мамы, ее заботу. Хорошо, приятно и комфортно. В объятиях мамы вы абсолютной безопасности. Вы знаете, что мама о вас заботится, и что мама сделает все, чтобы вам было хорошо. И сейчас, чувствуя эти приятные теплые эмоции, вы можете сказать маме все, что вы хотели ей сказать. Самые теплые, самые важные, самые значимые слова. И сейчас сделайте приятный легкий вдох. И на выдохе переместитесь на летнюю лужайку, где вы и мама, и вам где-то 3 годика. Это вымышленная ситуация. Вы в этой ситуации смотрите своими глазами. В этой ситуации есть только вы
и ваша любимая мама. Сейчас вы идете по лужайке и хотите найти маме самый красивый и самый нежный цветочек. То, что у вас самая замечательная мама. Вы идете по лужайке, высматриваете цветочки, подбирая самый лучший экземпляр. И сейчас вы замечаете где-то вдалеке маленький красивый цветочек, который как раз подойдет для подарка маме. Срываете его и бежите к своей маме для того, чтобы его подарить. Мама смотрит на вас, вы протягиваете этот цветочек и говорите ей, как вы ее сильно любите. Потому что мама дает вам безопасность, потому что мама кормит вас, потому что она о вас заботится, потому что она самая замечательная. Представьте, как вы ей дарите этот цветочек, обнимаете и говорите маме, как вы ее сильно любите. И сейчас сделайте приятный легкий вдох. И на выдохе переместите в ситуацию, где мама уже старенькая. Вы прожили долгую и счастливую жизнь. И сейчас пришло время мамы покидать этот мир. Через несколько минут она закроет глаза, и ее больше не станет. Вы смотрите на маму. Мама уже старенькая. Почувствуйте это тепло за всю ту жизнь, которую вам мама дала, за те эмоции, за ту любовь, которую дала, за ту заботу. Вы смотрите на маму своими глазами, чувствуете любовь. Мама смотрит на вас. Еще несколько минут, мама закроет глаза, больше никогда не откроет. Поэтому вы ее обнимаете, говорите ей самые теплые, самые приятные слова благодарности за то, что она вам дала эту жизнь, за то, что она вас родила, за то, что она вас ухаживала, растила, думала и переживала за вас. И сейчас мама смотрит на вас, говорит вам спасибо. Спасибо за то, что именно вы родились в нее, за то, что поддерживали, за то, что понимали, за то, что все время были рядом. Вы чувствуете, как тепло от мамы идет к вам и от вас к маме. Все сделано, все завершено, и все замечательно. Мама выполнила свою миссию, и сейчас она закрывает глаза, и вы ее отпускаете, чувствуя, какая у вас была самая замечательная, самая добрая, самая понимающая мама.
И сейчас делаете легкий приятный вдох. На выдохе начинаете подниматься вверх, постепенно возвращая силы своему телу. Чувствую, как тело вновь наполняется энергией. Чувствую, как энергия наполняет лицо, шею, плечи, руки, грудную клетку, ноги. Вы всплываете вверх. И я считаю от 1 до 3. И на счет 3 вы откроете глаза. Будете себя чувствовать легко, комфортно и уверенно. И в вашей душе будет тепло, принятие и удовольствие. 1. Ваше тело наполняется энергией, принятием и теплом. 2. Энергия начинает распространяться все больше и больше. И 3. Вы открываете глаза, чувствуете себя хорошо, комфортно и уверенно.